Какое безобразие сейчас происходит на берегу судоходного канала недалеко от пляжа в 7-м микрорайоне. Здесь грузят песок, неизвестно откуда взявшийся, может быть намытый с этого же берега, может быть привезенный, но с другой стороны, если он грузится, значит он наоборот увозится. Развезли грязь, непонятно, что вообще происходит. Это, оказывается, автотрасса, привозит сюда баржами песок, выгружают здесь и потом отсюда развозят КАМАЗами. Но посмотрите, какую грязь они развели. Это вот такие дороги здесь теперь везде проложены по этому маленькому пролесочку.